Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Продолжаем играть Tomb Raider. Anniversary. Или как там? Продолжить игру. Давай. Блин, у меня есть патроны. Но нет оружия к ним. А где оружие достают? Я, блин, даже не знаю, как они. Патроны для дробовика. Прокрутка снаряжения. А вот так вот я могу выбрать. Патроны 50-го калибра. Нифига. Что у меня? Графика, настройки. Так, нота понятно. Экран подсказки, ну да это хрен с ним. Тени, отражение, эффект воды, камера, управление, геймплей, так. Вибрация отключена. А где у меня тут такое есть? Так, уж что захват цели? Ну есть такое, да. Калибровка, субтитры, видеорежим. Читкоды, зачем они мне от видеорежима? Да вроде все нормально. Он подпрыгивает все равно. Ну ладно, старая игра-то. Ага. Так, не рассчитав прыжок, Лара начинает размахивать руками. Быстро нажимайте U, чтобы сохранить равновесие до того, как она упадет вниз. Вот так вот. Тихо там. Хоп. Ну давай. Внизу бы кто-то был? Нет? Ладно. Опаньки. Чувствую, мне вниз придется упасть. Да. Крутить, вертеть. Хорошо, начнем вот с этой штучки. Где у меня? Ой-ой-ой. Охренеть, ладно. Допустим. Ага. Закрыто. Ладно, это должно было случиться. Так, сюда-то наверх нет. Так, кто здесь? Подожди, понятненько. Это если я туда полезу, а если я полезу сюда?
Так. Так, поэтому это точно не сюда. Надо еще как-то вот эту разломить. Хорошо. Понятненько. Толкай. О, это есть. Это что? Что, Михалыч? Так, ладно. Так, так, так. Вот она, вторая освободилась. Так, а где тут сохранить? О. А новое сохранение. Вот так. Так. А зачем здесь вот это? Ладно. Подняли. Да, не густо. Первую только. Ну что, вниз надо идти? Так, ну давайте смотреть, насколько этого хватит.
Ага, уперлась. Как-то так. Да стой ты, коза. Да как так-то, мать твою? Ой-ё, что я... Ой-ой-ой. Так, один, два. Не понял. А как я должен был? Что-то не понимаю, как тут. Так. Нифига. Нашёл-ка. Вот так. Так. Кстати. Засчитала, что я его взял-то? Ну и ладно, да и хрен с ним, наверное. Да стой ты. Так. Ага.
Блин. Все с вами ясно. Откуда тут волки взялись в подземелье? Пойдем. Я аптечку на вас потратил. Тут ничего. Не-не-не-не. Тихо. И так я и думал. Придется мне этот весь путь нахрен идти. Виси. Вот так. Как ты контрольная точка можешь висеть? Мать его. Понятно, почему там контрольная точка. Да как? Никаких ориентиров. Дом, блин, тут. Точно знаю, что отсюда прыгать надо. Ну вот, видите, почему-то я сквозь эту прошел. Так.
Не, давай, 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 давай. Сюда. Опору под ногами. Вот так. Вот так, а она вообще не нужна была. Вот смотрите, опять патроны. А как мне перезарядить-то? Так. Перезаряжать. Понимаю, что дробовика, но если у меня нет дробовика, настройки управления, вперед-назад пригнуться, крюк, боевой режим, интерфейс, захват, прицель, маленькие предыдущие оружие, вот так, плюс-минус. Так и нету. Где-то надо было взять или... Ах ты, падла. Вот, видите, а с дробовика бы, я бы уверен, там поменьше надо было бы стрелять. Да подожди ты. Как вы там оказались? Не было вас? Так, второй. Тут-то нет у вас хотя бы? У динозавры. Ну да. Ну-ка, что у нас там? Так. Ну ладно, сейчас посмотрим. Охренеть. Мне таскать приходится это.
Только посмотрим. Сохранить. Где тут? Вот это. Ну конечно. Нет, вот так вот надо. Это примерно вот так. Ну да. Давай. Блин, чем-то на коллапс, конечно, напоминает. Так и так можно было. Ладно. Так. Блинский. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Мама, не горюй. Сохранить надо. Да. Окей. Ага. Понятненько. Прыжки. Никого нету. Понятненько.
Ага. Вот оно, чё, Михалыч. Понятно. И оп, опаньки, да, потушеньки. И вот я уже наверху, надеюсь, не сломается. Патроны. А где оружие? Я должен был оружие где-то в начале взять или где? Так. Вот этого не было. Блин, блин, блин. Так. Так. И его там забодало. Подожди. Так. Вот так. Сохраняем. Так. Ой-ой-ой, нет, вот так, наверх. Давай. А тут наверху что у нас? Ничего, тут камушек был. А где тогда, подождите, где тогда шипит?
Внизу. Да? Я вас обдурил. Ну, надеюсь. Охренеть, если я где-то потерял оружие. И без оружия, хотя должен быть с оружием. Здесь покоится царь-бог Куалапек, один из триумвирата, хранителей трех частей наследия, толкователи его записей, священных правителей Атлантиды. Страшно. А второй еще такой же. Бежим, бежим. Блин, там такие пирамиды, я под каким-то пещерам бегаю. Я бы нырнул к тебе, но забыл дома плавки. И почему я не удивлена? У тебя одна работа, у меня другая. Я заберу его. Надеюсь, Натла дала тебе что-нибудь получше этого ружья. Не бойся, киска. Я предпочитаю работать руками. На! Ружье забери. У меня патроны к нему есть. Только одна часть наследия. Где остальные? Погоди минутку. Я думаю. Эй, ладно, мне все равно. Пьер наверняка уже нашел свой кусок. Пьер Дюпон? Где? Вот этого я не знаю. Ну вот ладно. Ты меня убедил. Черт, ты меня здорово напугала. Ух, наконец у меня дробовичок. Еще 50-й калибр у меня от чего-то. Что-то как-то из пещеры небоскребом ушел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ларсон. Похоже, наша девочка справилась. Конечно. Теперь дело за тобой. Я не то чтобы сомневаюсь, босс. Но почему вы уверены, что она не принесет нам его сама? Лара ни за что не отдаст наследие. Она слишком поглощена его тайной, как и ее отец. А, месье Дюпон? Ну как, нашли что-нибудь? Хорошие новости, мадам. Ваши сведения оказались точны. Я установил, где находится моя часть наследия. Вуаля! Место, где она спрятана, называется... Монастырь Святого Франциска. Так. Время прохождения монастыря. Так, артефакты один из двух. А я, по-моему, два... А, нет. Реликвии ни одной. А, ноль из нуля. Реликвий-то не было. Прохождение на время нет. Давай, вот. Да, на смотри, я перепишу. Я получил новые доказательства того, что само наследие является огромным хранилищем данных, еще большим, чем Александрийская библиотека. Теперь я убежден, что если найду его, то узнаю судьбу моей любимой Амелии. О, Пьер, ну ты и неряха. Нормуль. Давайте смотреть, что у нас тут. Вы явно любите больше собак, чем кошек. Натла обманывает своих партнеров, Пьер. На твоем месте я бы исчезла. Нет, мадмуазель. Мы с Натлой понимаем друг друга. Я нахожу для нее предметы, она мне щедро платит. Но вы ищете то же, что и Натла. Поэтому вам не верят. Я верю своей интуиции. И вот поэтому вы всегда позади. Я профессионал, мадмуазель. Я концентрируюсь на работе, и мне платят за это. Пьер, жизнь — это не только деньги. Речь не о жизни, мадемуазель, а о бизнесе. Ваша одержимость мешает вам почувствовать разницу. Она не помешала мне найти часть наследия. А как идут твои дела? Туше. Что ж, посмотрим, чьи идеи быстрее приведут к следующей части. Ну, давай. Смотрим. По ним я буду лазить или что? Так. Так, смотрим. О. Понятно. Мне туда, что ли, ползти? Так, 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 так.
И прыжок. Давай, 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 наверх. Давай, давай. Так. Что-то я чувствую, где-то я. Просчитался, да? Нет. Значит, сюда, сюда, сюда. Так, там закрыто, там не делать нечего. На картинке где-то что-то голову срубить медузе, или там надо открывать, а потом сюда уже идти. Так, прыгните и быстро нажмите, чтобы зацепиться за кольца на стенах и бегать по стенам. Ага, вот так вот. Греки были явно повернуты на небесных телах. Так. Понятно. Где-то тут подсказка должна быть.
Подсказка. Глаза закрыты. Так. Нет. Блин. Ну и туда мне тоже не надо. Ладно, пойдем сюда, что там открылось, так открылось. Вот она, подсказка-то. Две ноги, пузо, рука. Две ноги, пузо, рука. Две руки, пузо, рука. Две ноги. Так. Вот так. Чтобы запить, нажмите. Что это мне дало? А, только поделка со мной.
отсюда-то видно, нет? Ну-ка еще раз посмотрим на картинку. Вот ничего не светится. Два глаза закрыты. Я вроде так делал уже. Да ладно, хрен на нее. Понимаю. Два глаза, но у нее-то горит только один. В общем, где-то тут кот спрятал. Так, а мне бы как понижнее это слезть. Теперь осталось только залезть туда. Давай. И еще. Ага, хрен там.
Так. Тогда получается тот шарик будем опять сюда катить. Где там поменьше-то колонны? Ясно. Так, пушечки, мать его. Давай, кати. Кутись, кутись, колесико, кутись, кутись, овальное. Катись, катись отсюда. Какой-то шар неправильный. Итак. Во! Во! Что я увидел? Две ноги. Так, подождите. Две ноги. Колено. Так, две ноги. Колено. Пузо, глаз. Меч, рука. Две ноги, колено, пузо. Глаз, меч, рука. Все, две ноги, колено, пузо, глаз, меч, нога. Давай, две ноги, колено, пузо, глаз, меч, нога. Блин, если я так буду за каждым обратно возвращаться, это пипец. Так. Вот так вот. Взяли. Еще и я вот так вот использую маленькую аптечку по лесенкам тра-ля-ля-ля-ля-ля. Идем мы вниз, идем мы вниз, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Далековато, а мы вниз-то идем. Наверх столько не поднимали, сколько вниз идем. С двух сторон. Ой. Это что за принц Персии нахрен начинается? Да давайте посмотрим. Так.
Понятненько. Вот видите, ух ты, что-то я вижу. Аптечка, наверное. Так, ладно. Сохраним. И будем думать, как нам. Отсюда вот я не допрыгну, да? Да точно нет. Поэтому как ни крути, начинать надо отсюда. Первый рычаг. Так. Да. Нет. Сюда. Пока ногами не упрется, вверх не прыгнет. Так. Дверка-то открылась. Маленько не понимаю, куда мне тут. Сейчас подождите, сориентируемся. Так. Угу. Тут так прыгать, где-то бегать надо. Только я не знаю, мне вот туда надо, не надо. Нет, мне сюда не надо было. Или надо? Сейчас посмотрим, подождите.
Так, это вот мы здесь проходим. Ну вот, вроде бы добрались до куда-то. Это чего? А оно так разве должно быть? Ну-ка, загрузка. Я чувствую маленько не так. Так. Не туда. Так. Вообще не так. Чего не выходит?
Пока у нас только вот там вот есть. Открыто. Правильно? Правильно. Получается, мне только одну могу забрать. О, внизу тоже что-то открыто было. Это для прыжка туда. А мне туда надо. Ладно. Это есть. Сохраняем. Сохраняем, сохраняем. Так, наследие. Так, посмотреть снаряжение, стрелка вверх, прокрутка предметов. Дневник. Похоже, для каждой из этих дверей есть переключатель. Нет. Похоже, для каждой из этих дверей есть. Нет. Нет. Есть переключатель. Нет. Итак, поняли, что внизу нет, 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 нет. Тоже не запрыгнуть, не допрыгнуть. Хрена не так. Давай, без выпендрёжа, давай.
Угу. Понятненько. Так, этот вообще зачем здесь? Когда стоит? Такс. Пока правильно иду. Только куда? Такс. Охренеть. Выбираться точно так же. Ага, у меня есть аптечка. Так. Блин. С водой все связано, что-то аква. Не понимаю. Я же должен этот рычаг как-то, да? Так.
Вот так. Идем, заберем. Так, так, так. Мне этот огонек нужен. Сначала сюда сплавим, посмотрим, что здесь. Так, сохранить. Блин, думаю, сначала внизу надо толкать, наверное, да? Это я отсюда пришел. Пока все рычаги, которые были, я дернул. Мать его, да тут еще и дна-то нету. Блин, здорово.
Что мы вообще здесь делаем? Тут же нету ни хрена. Так, мы спускались, чтобы в сторону только отогнать вот эту плот. Не понимаю, конечно, куда мне его гнать. Ладно, как это? Акварежим тут. Здесь-то он нам даром не нужен, а здесь я без него справлюсь. Поэтому единственное место, куда его надо, туда согнать. Сейчас ты будем вытаскивать тогда. Да ё-моё. Вот так. Прыгать-то мы вниз уже не будем. Научены. Вот так. Ну, вон туда где утащить надо. Первый раз, да.
Я твою маму делал вах. Я твою маму делал ох. Давай. Блин, так-то вот игра вроде как спокойно, так-то вот. Почти. И вот она, для чего нам нужна вот эта хрень. Давай. Нет, ну не прыгай, не прыгай ты вот так вот. Эффектно. Вот он и ключ. Надеюсь, и вода уйдет. Размечтался. Да вот. Выплыл. Мало людей тут. Опа. А, обратно тем же путем. Вот. Какой я молодец. Он даже лужица такая большая не была. Ой, была такая небольшая лужица даже. Так. Спасибки. Так, теперь я знаю, как. Хрен там, они двери открыты. Два раза. Да блин.
понятно. Я вот это, да, по-моему? Так. Первый ключик есть. Тут уже все сделано. Сюда я... Ну никак не могу. Так. Понятненько. Да, конечно. Это как же мне туда пробраться-то? Угу. Ладно. Не будем спешить. Так, а мне-то надо куда теперь? Там дверь закрыта. Не-не-не-не-не-не-не. Вот сюда. Вот она, дверка-то открыта. Ага. Вот она, дверка открыта. Понятно. И вот мы
пришли. Мы так и знали, что она не открывается. Да, вот как ты вот так вот умудрился? А, матрешка. С двух сторон даже можно было. Где-то что-то спасибо. Ага, тут четыре какие-то вон не прыгают. Воу. Охренеть. Ладно. Надо было вообще прыгать и прыгать там. Молотом так ударит оттуда. Да. Да, мать его, иди сюда. Только я, мне кажется, лоханулся. Надо было по камушку сначала перепрыгнуть туда. А там аптечка.
И... Или это не обязательно? Все-таки обязательно было. Вот так. Ага. На издыхание. Сумел еще достать один. Да я хорош. Как мне туда? Не допрыгну. Надо еще раз посмотреть. Так, туда надо попасть, потом туда надо будет еще вон там захватить. Как бы то ни было, мне сейчас пока еще надо выше. Ага.
Так. Вон оно что, Михалыч. Мы туда, потом туда, потом туда. И только так мы туда попадаем. Ни хрена вы мне тут квеста задали. Подожди. Обратно тоже хрен уже. Ну я же как-то там был. Мать его, как ты так прыгнул-то, конечно. Давай, выбирайся ножками. Туда, сюда. Блин. Нифига не так. Вовремя прыгнуть надо. Да не оттуда отпускаться. Как тут мне с тобой еще?
Это мы потом. А сейчас пока сюда. Раз, два. Здесь у нас что? Огонь. Куда я должен был? Ну, это уже похоже. Так, а туда там никак? Убежать. Еще.
Круто. Не-не-не-не-не, давай. Опа. Давай еще раз. Зачем они мне здесь, не знаю. Ну, там хоть в других Лара Крофт, хоть я прокачиваю Лару. Взял. А, ага. Так это временный эффект. И как видно, самый легкий. И оп, опаньки. Даже не знаю, что у меня там, в какую сторону-то надо было отсюда идти. Вон туда висит, болтает. Так, ладушки. Сейчас мы ее поднимем. Поднимем, я говорю. Вот все, подняли. Так, а как мне вниз спуститься? Твою ж то. Не опять сейчас. Так, идем. Идем. Я не понял, что какие-то берутся сразу. Ладно. Сюда. Вниз.
Хотя что я парюсь-то? Вот сюда, да. Вот я и здесь. Попасть-то мне туда. Давайте-ка. Оп. Не допрыгну. Точно знаю. Вон он, проход-то. Идем в круговую. Нейтральной воде. Плевать на погоду. Так. Прямо отсюда прыгать. Вон оно что, Михалыч. Не-не-не, вот так. Эту клетку мы толкаем туда. Вот так. Теперь с этой прыгаем сюда. Вот что у нас с Макио не получалось там. Только он перфоратором жопу порвал. Вроде бы не сложно, когда разберешься. Еще разок. Понятно. Все, залазь. Залазь, залазь. Понятно. Вот так. Что нас здесь ждет? Thank you.
Так, ну-ка, сейчас попробуем. Нет. Не могу вытащить. Хорошо. Это никого нету, что ли? Ага, колья какие-то вон торчат. Видите, что-то торчит, колья какие-то. Ладно. На тут. Ползать придется. Поздравляю. Во время движения нажимайте Alt, чтобы двигаться шагом. Ну давай. Ага. Понял. Он запоздал, конечно, ты. Да я что, твою мать. Давай. Только мне-то тут что делать? Да.
Извините. Какой порядок-то у них? Мать его! Надо было уходить оттуда. Не тот коридорчик, да? Понятно. Идем по белому. А куда? У меня больше прохода не было.
Думал, успею по-быстрому. Видите, уже хорошо. Вроде бы все. И вот теперь и по ним прыгать, наверное, надо. Что-то не запрыгнул. Так. О, рычажок. Идем. Твою ж так дивизию. Понимаю, куда мы.
сюда. Ни туда, ни туда. Ну-ка, если вот так попробовать. Здесь мне некуда прыгать, а то вот не допрыгнул. Кругляни бегать из этого артефакта. Смотрю, смотрю, как там можно поломать. Опа. Эй, оп. Маленько не так. Маленько не так это все. Блин, у ассасинов и тут было немного получше. Там хоть после упал, так лестницы какие-нибудь падают, чтобы тебе все заново не проходить. Да как-то не так это все. Не прыгнет.
Я уже назад прыгал. Какого ты куда-то прыгал? Это там кольцо-то находится еще между. Я тебе говорю, ты так не прыгаешь. А вот только почему? Ничего правильно делаю. Ничего страшного. Контрольно, да контрольно. Ты бы мне там контрольную сделал. Где я уже наверху? Почему, когда прыгаешь, ты прыгаешь туда? Как прыгнуть так, чтобы в другую сторону прыгнул? Кто-то все время по веревке-то прыгает, по направлению. Вообще не туда. Не понимаю, как надо так. Надо назад прыгнул. Вроде судя неправильно. Сюда. Нет.
Я потом знаю, что надо вот так вот прыгать. Прыгать куда? Вот так. Все-таки я оказался прав. Да и выхода тут другого не было. Полегчало. Раз, два, три. Уходим под воду. В нейтральной воде. Поливать-то погоду. Давай. Ключи у нас. Кто тут появился? Звери. Вот так. Вот и все ключи я собрал. Какой я молодец. Припасы 13, артефакты 5, 6, реликвий не было. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.